шантажировал интимными фото и несколько лет насиловал. Полиция задержала 49-летнего мужчину, который в соцсетях представлялся сверстником девочек-подростков. Мужчина знакомился с несовершеннолетними девушками, получал от них интимные фотографии, а затем шантажировал их распространением. Именно таким образом в 2019 году его жертвой стала 13-летняя девочка. После угроз опубликовать компромат девочка позволила мужчине прийти домой, когда взрослых не было. Все закончилось изнасилованием. Такие встречи продолжались несколько лет у нее дома или в автомобиле подозреваемого. После признания дочери мать обратилась в полицию. Получила от своего ребенка письмо с признанием о том, что ей угрожают, ее преследуют, ее склоняют к насилию и над ней и издеваются в сексуальной форме. После подтверждения перепиской с телефона я обратилась в полицию. Полицейские изъяли мобильный телефон и ноутбук подозреваемого, в которых зафиксирована переписка с шантажом и запугиванием и других девушек. Там также фото и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних. Нескольких из них правоохранители уже установили и проводят следственные действия. За результатами досудового розслідування та проведених експертиз, слідчі оголосили зловмиснику про підозру за частиною 3 та 4 статті 152 Кримінального кодексу України. В якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою без альтернативи внесення застави.